В образовательном центре «Сириус» мероприятия расписаны буквально по часам. Сегодня здесь начала работу Всероссийская конференция «Путь к успеху. Стратегии поддержки одаренных детей и молодежи». В первый день большого форума открылась его молодежная секция. Школьники и студенты стали активными участниками конференции, ведь новые идеи подрастающего поколения могут вывести уровень российской науки на новую ступень. Главная задача конференции «Путь к успеху» – собрать здесь, в «Сириусе», на одной площадке стажеров, которые сейчас находятся в «Сириусе», детей, школьников, выпускников «Сириуса», партнеров, которые показывают ребятам и студентам, и школьникам то, чем они занимаются. Для школьников и студентов, в их числе и 200 получателей президентских грантов, лекции сегодня читали лучшие спикеры. Например, Юлия Ковас, профессор генетики и психологии Лондонского университета Голдсмит. Хочу пообщаться с коллегами как раз из разных дисциплин. Здесь есть и биологи, и математики, и генетики. То есть это будет очень интересно. С ребятами хочу побольше пообщаться. Но вообще мы также здесь планируем ряд встреч, обсуждать перспективы дальнейших исследований, также на базе «Сириуса». Именно здесь конференцию по поддержке одаренных детей вот уже второй год подряд проводят не случайно. Сегодня задача центра – выявлять самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять самые лучшие практики работы с талантами. На углубленные образовательные программы ежемесячно на бесплатное обучение зачисляются 600 одаренных в науке и искусстве старшеклассников. По модели «Сириуса» создаются и региональные центры. Туда попадают дети помладше. Уже 46 регионов подписали с «Сириусом» соглашение. Общая задача – сопровождение одаренной молодежи и раннее включение в рынок труда в сфере науки и технологий, культуры и спорта. Создать все возможности для того, чтобы наши одаренные дети как можно раньше включались в решение реальных задач. И большая группа участников конференции – это реальные партнеры, которые на сегодняшний день уже со школьной скамьи отслеживают наших выпускников, приглашая их и на стажировки, и уже у нас есть примеры трудоустройства. Одна из компаний, которая заинтересована в создании программ стажировок и последующем трудоустройстве выпускников в передовые компании финансового сектора – это «Финтех». Сегодня между Государственной ассоциацией, Банком России и «Сириусом» было подписано трехстороннее соглашение. Оно направлено на совместную работу в области обучения молодежи в сфере финансовых технологий и создания научной лаборатории в Сочи. Ассоциация готова для «Сириуса», для тех детей, которые будут отсюда выходить, стать таким мостиком. Мы хотели бы предоставить талантливой молодежи, предоставить в том числе выбор в рамках финансовых технологий. Завтра стартует основная секция Всероссийской конференции. В обсуждении технологий поддержки одаренных детей примут участие в том числе помощник президента Андрей Фурсенко и известный пианист Денис Мацуев. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.